Всем привет! Вы снова на канале ТВ-шоу Сонечка. И сегодня у нас будет набор Маши и Медведь, овощи и фрукты. И еще киндер-сюрприз Маши и Медведь. Сейчас Сонечка откроет сюрприз и посмотрим, что нам там попадет. Открывай. Там попала игрушка из серии. Нам попал волк из серии Маша и Медведь. Вот это вся коллекция. А вот и сама игрушка. Вот такой волк попался нам. Ну что, будем распечатывать игрушку? Ой, сколько тут много овощей. Что это нам попалось? Нам с тобой попал помидор и игрушка, чтобы учиться резать овощи и фрукты. Помидорка как натуральная, с семечками. Банан. Такой вот банан. Тоже его можно разрезать пополам. Капуста. О, а какой можно сварить борщ с капустой. Также разрезается пополам. И баклажан. Вот такой вот баклажан. Сейчас Сонечка попробует вот этим поиграть. Также у нас есть досочка. Да. И ножичек. Вот какой ножичек. Давай, клади помидор на дощечку. Клади помидор на дощечку. На дощечку его клади. Бери ножичек, одной рукой держи. Держи одной рукой помидорку. Вот, одной рукой держи помидорку, а другой режь его. Ее. Не получается? Только киндеры получается кушать. Салат не дорежешь, маме? Держи вот этой левой ручкой, держи помидорку. Вот. В эту ручку возьми ножичек. Давай вот так вот сюда. Держи помидорку. Придерживай. Придерживай помидорку. Помидорку придерживай. Так. Чик! И разрезала помидорку Соня.
разрезала? Да. Вот, разрезала. А давай еще что-нибудь разрежем. Баклажан будем резать? Да. Держи ножичек. Держи. Давай, держи, держи баклажан. И давай режь. Давай, что, маленький. Давай, мама. Держи баклажан, держи. Давай, вот сюда ножичек. Режь. Ой, так туго, 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 туго. И разрезали баклажан. Все, разрезали. Капусту будем резать? Да. Будем капусту резать? Ну давай сейчас сама попробуй. Клади на досочку. Нет, ты капустку положи. Капустку положи на досочку. Вот, капусточку. Держи ручкой одной. Держи одной ручкой. Вот так положи. Вот, положи. Держи ручкой. Держи одной ручкой, Соня. Так одной ручкой капусту держи, одной нож так вот рез. Опля! О, как разрезали. Вкусный борщ у нас будет, да? Вкусный, вкусный будет борщ. Мам-мам-мам-мам, как вкусно! А банан будем резать? Давай, режь сама банан. Режь сама банан тоже. Клади на досочку. На досочку клади. И вот здесь вот разрезай пополам. Пополам разрезай. Так ножичек-то ты порежешься так? Ты так порежешься, надо вот за ручку ножичек держать. Где дырку? Где у тебя? Вот так. Разрезала? Молодец. Вкусный борщ у нас будет. Вкусный банан. Классная игрушка. Классная игрушка. Съела весь банан? Ничего себе! Вкусный банан! Пока-пока! Подписывайся на мой канал, ставь лайк и оставляй свои комментарии. Пока-пока!